Сообщение о нападении бездомных собак на ребенка проверяют екатеринбургские исследователи. Об инциденте в соцсетях сообщила мама мальчика. По словам женщины, пес напал сзади и укусил ее сына. Согласно предварительным данным, в результате нападения бродячее животное укусило ребенка за ногу, причинив незначительное повреждение. Здесь требуется документация об организации уполномоченными лицами мероприятий по отлову безнадзорных собак. Стаю из 8 собак, по сообщению женщины, они встретили во дворе дома на улице Репина. По словам пострадавшей, большинство псов были чипированы, а значит, проходили осмотр специалистов и были выпущены на улицу как неагрессивные животные. Напомню, губернатор Евгений Куйвышев дал поручение главам городов за 2 недели решить проблему с бездомными псами, увеличить количество заявок на отлов и договориться о строительстве приютов и предоставлении корма. В администрации Екатеринбурга к такому оказались не готовы. Отлов осуществляется по заявкам. Постараемся увеличить количество. Но учитывая ограниченность мест в приюте, обеспечить отлов всех собак в установленные сроки невозможно.